Всем привет, с вами Темный Ниндзя. Продолжаем играть Лангрисер Мобайл. И сегодня у нас последний, седьмой этап сюжета Следы Истины. Так и называется, Следы Истины. Поехали. Где? Вы очнулись, инструктор Рин? Прости, Алтина, я ничего не помню. Не вините себя, инструктор Рин. Алтина, ты сейчас кажешься взволнованной сильнее, чем обычно. Это потому что... Эй, красавчик, сейчас не время разводить амуры. Посмотри, что происходит вокруг. Что происходит? Похоже, твое сознание вернулось к тебе, пепельный инкарнатор. Я видел тебя в святилище духа. Ты из Уробороса. Чтобы остановить хаос в этом мире, я должна вернуть тебя в Эребанийскую империю. Остановить хаос? Я снова потерял контроль над собой. Похоже, ты все еще не понимаешь, что за сила таится в тебе. Я по-прежнему не могу ей управлять, пепельный паладин. Это всего лишь пустое прозвище. Если речь идет просто о том, что пользоваться этой силой, то это мог делать... Что я могу сделать в моем нынешнем состоянии? Пепельный инкарнатор, сейчас не время падать духом. Неужели ты снова хочешь увидеть трагедию, подобную той, что случилось с Кроу? Кроу? Пока я жива, мне не избавиться от сожаления о прошлом. Именно поэтому я продолжаю сражаться и по сей день, даже оставаясь пленницей этого прошлого. Ты... Инструкторин... Портал измерения открыт. Ха-ха. Да придет в этот мир новая великая ночь. Только не это. Мы не сможем преследовать его за вратами портала. За ними лежит хаотическое пространство. Если мы окажемся в воронке, наши тела будут разорваны на части. Выхода нет. Возможно, вы не можете пройти сквозь эти врата. Но мы уже однажды делали это, так что с нами все должно быть в порядке. Это слишком опасно, нет? Это все произошло по моей вине, поэтому я должен все уладить. Алтина? Силы Клейма Салаис хватит на то, чтобы отправить нас в эти врата? Возможно. Но кто-то должен остаться здесь в качестве помощника. Оставьте это на меня. Я настрою внешние параметры портала так, чтобы у вас было немного времени. Тогда пусть этим займется Анжелика. Удачи вам. Кстати говоря, мы, кажется, так и не познакомились. Я Мэтью из Легиона Кузнецов Эль Салии. Мэтью. Меня зовут Рин Шварцер. Я инструктор 7-й группы в кампусе филиала военной академии Торс. Рад знакомству, Рин. Надеюсь, как-нибудь заглянуть в вашу академию. Буду ждать вас в гости. Но сейчас я должен сделать все возможное, чтобы остановить это. Ну, я пошел. Надеюсь, мы встретимся снова в мирной Эль-Салии, Рин. Ах, Рин такой любезный и такой красивый. Альмед, о чем ты думаешь? Скорее помоги разобраться с этими демонами. Быстрее я. Тыщ, пинка под зад. Я положу этому конец. Я больше не позволю тебе сеять хаос в этом мире. Рин Шварцер.
Вот мы и снова встретились. Паразитическая сущность внутри меня. Я остановлю тебя. Ты до сих пор не понял. Я — это ты. Ты вскормил меня своими усилиями. Думаешь, ты сможешь победить темную сторону себя? Если он не сможет, тогда это сделаю я. Уф, серебряный инкарнатор. Все закончится здесь и Смельга. Вау. Сразить Гизарова, все персонажи сражены. Окей. Что он умеет? Пассивный, когда любой юнит на поле боя погибает, кроме демонов бездны, призывает демона бездны. Круто. Сеть кошмаров, АОЕшку бьет и... Ага, и двигаться запрещает, окей. Дыхание темного дракона атакует несколько на пределах трех прямых линий, наносит 0.36 урона, особенно эффективен против святых юнитов. Кроме того, накладывается один случайный добав. Ясно. Так, ну у нас тут все вроде как стабильно. Ту-ту-ту. Ля-ля-па. Погнали. Киш-киш. Хабана. Ладно. Окей. Не есть хорошо. Вот и мы
全力でかかってきなさい。我は。目標攻撃。さあ、全力でかかってきなさい。さあ、帰ってみなさい。目標攻撃。準備します。開始します。自分の道は自分で切り開くさ。目標攻撃準備します。さあ、全力でかかってきなさい。эх, почти почти а, ну все, да, белую березу заломать и нет, я не признаю поражение. Все закончилось. Не думай, что для тебя все закончится так просто. Неужели проклятие добралось до этого мира? Неужели нет способа его остановить? Похоже, другого выхода нет. Только если не... Ты собираешься снова воспользоваться этой силой? Да, все это произошло из-за этой силы. И поскольку я несу ее в себе, я должен принять ее. Инструктор Рин. Жух. Всосал. Я знаю, что делаю. Хм. Ты и впрямь его сын. Наследник воли императора Львиное Сердце. Инструктор Рин, мы больше не продержимся. Тогда позвольте мне с помощью своей силы вернуть нас в империю. Уроборосу больше не нужен инструктор Рин. Моей задачей в этом мире было благополучно вернуть назад пепельного инкарнатора. И пока этот момент не наступил, я не остановлюсь. Стальное дело, я тебя понимаю. Вернемся в Зимурию вместе. Где я? Я же только что вел урок в академии. Кажется, мы на западе столицы, в Ливсе. Должно быть, это рядом с Академией. О, у меня болит голова. Я что, ударился ей обо что-то? У меня тоже. Я не знаю почему, но в моей голове пусто. Инструктор Ин, я делала что-нибудь странное, пока была без сознания. Что? Откуда такие мысли? Э? Алтина, ты что, тоже ничего не помнишь? Да, такое чувство, что мне приснился странный сон. Да, сон о каком-то темной силе. Вам приснился кошмар? Нет. Как будто в самом конце мне удалось ухватиться за надежду. Черт, Алтина, следующий урок вот-вот начнется. Следующим уроком будет история империи. Это ваш урок, инструктор Рин. Ладно, возвращаемся в кампус.
До этого момента я буду защищать тебя, наследник воли императора Львиное Сердце. Фух, призванные Гизаром демоны отступают. Рин, надеюсь, они справились. Фух, пронесло. Еще бы чуть-чуть и нам крышка. О, параметры портала измерений приходят в норму. Ха, было непросто, но ситуация разрешилась сама собой. Энджи гений. Ах. А разве это не заслуга Рина? Он такой милый. Как жаль, что он ничего не оставил мне на память. Да, по сравнению с Эстелли и Джошуа, эти ребята пробыли с нами совсем мало. Но у нас есть воспоминания о битве, так что мы сможем призвать их на помощь. Вообще-то кое-что все-таки осталось. Смотрите, я нашел это после сражения в секретной лаборатории. Это шлем? Великая богиня, он такой тяжелый, я с трудом его поднял. И это шлем стальной девы? Как он сияет! Ух ты, он такой блестящий, дай мне посмотреть. Эй, что ты пытаешься с ним сделать? Это женский шлем. У Альмеды уже есть головной убор, так что он мой, я хочу его надеть. Ого, тяжелый. Но это же настоящее рыцарское облачение. Это не совсем... Совсем не то, что ты привыкла носить. Анжелика, тебе в нем точно нормально? Да, все хорошо. Я чувствую себя такой защищенной. Эх, ну как так? Единственный сувенир и тот отобрали. Ну ладно, Мэтью, Альмеда, идемте. Вот если бы я умел владеть лангристером в технике восьми листьев и одного клинка. Эх, встречу ли я когда-нибудь еще такого же красавца, как Карин? Хе-хе, наконец-то они ушли. Теперь это сокровище мое. Он слишком тяжелый. Лучше сниму-ка я его. Если что, его можно будет превратить в банку для печенья или гаечных ключей. Ой, не получается. Я не могу его снять. Что мне делать? Я застряла. Помогите, Мэтью, Альмеда, Гренья. Кто-нибудь, помогите мне. На помощь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Здоровская, здоровская история получилась. Но, к сожалению, подошла она к завершению. Что ж, надеюсь, это видео было интересным и полезным. Ну а с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.